На минувших выходных в единый день голосования большинство жителей нашего города поддержали партию «Единая Россия». Это касается выборов и федеральных, и местных. Казалось бы, результат достигнут, можно избавить обороты. Но местная партийная ячейка не намерена злоупотреблять оказанным доверием. Так, в среду состоялось заседание местного политактива «Единая Россия», где был избран местный политсовет партии. Основной упор партийный актив при утверждении нового политсовета делает на ротацию в пользу опыта и молодости. По уставу нашей партии один раз в год обязательно проходит ротация местного политсовета. Для чего? Для того, чтобы каждый, наверное, из депутатов, из фракции «Единой России» попробовал себя в роли члена политсовета, принимал тоже, брал на себя ответственность принимать серьезные решения, ответы на какие-то вопросы, вел приемы в общественной приемной, ну то есть жил именно задачами и целями партии «Единая Россия». Единогласным решением были выбраны новые члены в местный политический совет. Помимо переизбрания политсовета, на партийном заседании состоялось вручение партийных билетов новым членам партии. Помимо этого были отмечены и студенты-агитаторы, принимавшие активное участие в партийных проектах и предвыборной агитации. Мы работали с людьми, мы с ними разговаривали, мы их агитировали к вот этим выборам, которые у нас продвигались. Чтобы люди шли, люди сами соглашались. Даже самые те банальные раздать листовки кто-то не хотел. Кто-то наоборот был даже, что да, давайте, конечно, давайте две там еще своим раздадим, там все почитаем, все были согласны. Также говорили, что приходите, не оставайтесь. Видите за собой своих, что ваше слово, от этого все зависит. В ближайшее время местное отделение партии ждет активная и напряженная работа. По исполнению наказов, полученных от населения во время выборной кампании и по привлечению новых сторонников и членов партии. Для успешной реализации намеченной цели почин сделан, выбран новый политсовет и определены председатели первичных ячеек партии.